Рамадан уже подходит к концу, а это значит, что нужно выплачивать закят-уль-фитр. И как обычно, возникают разные вопросы. Что это за закят, сколько его нужно выплачивать, можно ли выплачивать деньгами? Давайте разбираться. В первую очередь, для кого предназначен закят-уль-фитр? И в чем его смысл? Смысл закят-уль-фитр в том, чтобы дать нуждающимся возможность наесться досыта в эти праздничные дни. Закят-уль-фитр предназначен для самых бедных и нуждающихся мусульман. Получить его они должны еще до праздника Разговения. Что касается того, кто должен выплачивать, то должны выплачивать его все мусульмане, у которых есть на это возможность. Причем даже самые-самые маленькие. Что же касается детей, которые еще не родились, те, которые в утробе, то выплачивать с них закят-уль-фитр не обязательно, но является желательным делом. В основе закят-уль-фитр выдается с продуктов. Каждый человек должен выплатить один саа продуктов, то есть 4 пригоршни. Это может быть чечевица, рис или макароны, а может быть что-то поинтереснее, какие-нибудь сухофрукты или финики. Сегодня некоторые ученые разрешают отдавать закят-уль-фитр деньгами, но не непосредственно нуждающимся, а именно в какие-то организации или мечети, где уже эти организаторы сами покупают продукты и развозят их нуждающимся. В этом как бы нет проблемы. Но сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заключается в том, чтобы именно непосредственно отдавать закят-уль-фитр продуктами. И я прошу Аллаха, субхану ва тааля, чтобы он принял наш пост, принял наше поклонение и чтобы ввел в свои райские сады. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.